Алла Шевцова сама музыкант, джаз еще не играла, но нравится его слушать. Летом, как и многие самарцы, любила проводить время на вечерней набережной, наслаждалась курортной атмосферой. Сейчас рада, что с наступлением холодов культурная жизнь в городе не замерла. Очень рада, что у нас в Самаре вот в последнее время вошло в моду, можно так сказать, приобщать людей к культуре. То есть все вот эти выставки, приглашения, посещение музеев, театров, общение с просвещенными людьми, думаю, это будет благотворно сказываться на общем уровне наших самарских и жителях, и на гостях, которые к нам приезжают. Добрые летние традиции благодаря проекту «Культурное сердце России», по которому на набережной все лето проходили концерты, полюбившиеся самарцам, и зимой звучит согревающий джаз. Открывает вечер джаз-бенд «Марвисла Трио». Группировку создала год назад Велена Земскова. Музыкой она занимается уже почти два десятка лет. Преподавала студентам и подумала, почему бы не открыть свой проект. Получилось достаточно успешно. В коллективе нет барабанов, в арсенале контрабас, гитара и чарующий вокал. Есть где высказаться, есть где поиграть. И очень приятно, что существует такой общественный проект, как «Культурное сердце России», в котором мы с огромным удовольствием принимаем участие. Нас зовут, нас уже знают. Проект, по которому каждый вечер проходили концерты на набережной, создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. По нему же концерты расписаны на каждые выходные декабря. Площадкой для выступления артистов служит новый концертно-театральный комплекс «Дирижабль», где в будни занимаются студенты с ГИКа. Зрителям это интересно и артистам, потому что артист профессиональный или из любительского коллектива, очень нуждается в поддержке, нуждается в аплодисментах, нуждается в понимании того, чем он занимается. На концерте не только можно, но и нужно было танцевать. Выступление совпало с фестивалем по линди-хопу. В Самару приехали танцоры из ближайших городов. Вместе с самарскими артистами они провели мастер-класс для гостей вечера. Тех, кто пропустил концерт, ждут уже на следующих выходных. Мария Левина, Василий Колташов. События.